Are you ready? Are you ready? If you ain't got no money, take your broke ass home, you say. Привет всем! Сегодня я бы хотела рассказать вам о своих небольших покупочках в магазине Ривгош. На меня сегодня нахлынул какой-то шопоголик, шопомания. Я поперлась в Ривгош, чтобы купить себе то, что очень давно хотела. Итак, начну, наверное, вот с этого кремчика Guerlain. Я изначально хотела кремчик ночного действия. Так, это, извините, сердечко, которое я сделала в Ривгоше, когда тестировала карандаш для губ, об этом попозже. А, так, значит, вот такой кремчик. Это ночной крем Guerlain. Вот так как он выглядит. Он очень-очень тяжелый. Но на самом деле крема там не так уж и много. Называется Super Aqua Night. А здесь к нему прилагается инструкция. Так, к этому крему прилагается инструкция. Так, на разных языках. Это ночной крем. Чудо природы. Бросившая вызов засушливой почве песчаная роза, наделена защитной оболочкой, которая не позволяет влаге испаряться и предохраняет ее от внешних агрессий. В общем, Том Guerlain извлек из какой-то там розы экстракт. В общем, крем я еще не пробовала, Super Aqua Night. Стоимость его 3660 рублей. Это уже со скидкой. Вот. И я надеюсь, что он оправдает мои ожидания. Ну, пахнет вкусно. Но как действует, пока ничего не могу про него сказать. Это просто небольшой обзор покупок. Вот к крему дали в подарок сумочку. Косметичку. Долго думала, где здесь Guerlain. А вот здесь вот есть такой ярлычок. Мне очень нравится эта косметичка. Я бы ее даже использовала как кошелек. Просто туда класть купюры. Необычная. Они дают покупку, подарки при покупке от 3500 рублей. Вот. И с 1 по 28 февраля 2,3% продаж от любой покупки средств Guerlain будут перечислены на реконструкцию православной школы семьи Шостаковича в Санкт-Петербурге. Так, дальше. Это вот самая крупная покупочка была. Дальше я купила себе Miss Dior Шери. Вот Dior. Это дезодорант с ароматом духов Dior. Я люблю, когда делают. Я вообще люблю дезодоранты. Мне нравится им пользоваться. Я не вижу отличия как бы вот спрея такого от спрея. Стеклянных бутылочках. Запах, он восхитительный. Дело в том, что конечно же брендовые фирмы, они делают совершенно необычайные запахи, и лучше потратиться на вот такую на такой запах, нежели купить какую-нибудь там пупу или еще что-то. Но это вот мое мнение. Очень необычный запах, вкусный, одновременно нежный. Вот у меня Dior. По стоимости этот дезодорант стоит 1350 рублей. Так, дальше.
Я купила уже из массовой косметики, масс брендов. Вот такую масочку. Масочка Frizz Easy от Джон Фрида. Вообще я пробовала уже кондиционер Джон Фрида. В принципе, он мне понравился. Вот, а теперь я решила купить маску. Сейчас как же мне вам ее показать и открыть. И, наверное, не буду ничего открывать. Просто вам немножечко расскажу, что эта маска, она для волос, которым необходимо укрепление, восстановление. Собственно, я думаю, что у нас в России у всех волосы, ну, по погоде, да, исходя из погодных условий, нуждаются в дополнительной защите. Вот таком вот. Дальше по совету Никоко я приобрела 3 таких вот лака для ногтей от Rimmel. По-моему, один лак стоит 100 рублей, если я не ошибаюсь. И со скидкой там. В общем, первый лак — это Lycra Pro. Я уже пыталась намазать, но мне ничего не вышло. Как обычно, я начала снимать видео, у меня все стерлось. Попозже немножко добавлю, намажу. Вот, значит, вот этот лак. Он необычного такого коричневатого цвета. Вот такой вот. За 60 секунд обещают. В общем-то, мне очень понравились кисточки, я уже посмотрела. Но сам по себе лак небольшого формата. Небольшого. И вот такого, он может быть синим вам отсвечит, на самом деле он фиолетовый. Так, это лаки. И дальше вот я купила карандашик, которым я уже здесь вот сердечко нарисовала. Это карандашик Rimmel для губ. Я люблю карандаши для губ. У меня губы от природы, в принципе, полные, и я люблю подчеркивать их ну, вот таким вот контуром. Вот я взяла 1000 kisses Rimmel. 1000 поцелуев. Карандашик такой. Такс. Вроде из... вот еще косметичку я приобрела. Очень уж мне понравилась такая косметичка. Значит, у нее есть крючок, ее можно подвешивать. Значит, она состоит из таких актуальных разделов. Я туда положу косметику свою. И, может быть, скоро сделаю видео вообще, какая у меня есть косметика. Такая косметичка, она, по-моему, стоит 320 рублей. И также в подарок от RimGosh у меня получилась покупка от 5000. Вот такой подарочный сертификат. Макияж от MAC в Пассаже на Невском проспекте. Я получила. И вот такой диск. Голова в облаках выиграла в лотерее. Там вытягиваешь купончик и выигрываешь. И вот также вот такую штучку Клиник. Очень хорошая штучка. Здесь внутри такие крема. В общем-то, и все мои покупочки. Спасибо большое за просмотр. Если будут какие-то вопросы, можете задавать в комментариях. Всем удачных выходных, веселых. Всем пока.